За последние 3 года Дагестан активно улучшается в разных отраслях. Благодаря новому руководству региона в лице Сергея Меликова, Каспийск с каждым годом развивает разные направления муниципалитета. Так, за прошедший период значительно изменилась работа по организации спортивно-оздоровительных мероприятий. На территории города Каспийска за последние 3 года было проведено более 300 физкультурно-оздоровительных мероприятий различной направленности. Ежегодно в летний период воскресный день на берегу Каспийского моря проводятся зарядки с чемпионами, где приглашались именитые спортсмены, такие как Гаджимурат Рашидов, Курамагомед Курамагомедов и многие другие. Стоит отметить, что каспичане, представители администрации и различных организаций активно принимают участие в подобных акциях. Заместитель начальника управления культуры Каспийска по вопросам спорта и туризма Камал Тагиров рассказывает, что для проведения данных мероприятий условия ежегодно улучшаются. Так, в рамках субсидий из республиканского бюджета было построено 7 спортивных объектов, 2 баскетбольные площадки, 3 воркаут и 2 мини-футбольных поля. В рамках проекта «Газпром Днети» и при поддержке главы региона Сергея Меликова на территории 7-й гимназии в 2023 году была открыта многофункциональная спортивная площадка. В феврале 2023 года Федерация бокса России вручила сертификат Нурипашета Либова заслуженному тренеру России за его весомый вклад в развитие спорта на сумму 25 миллионов рублей на строительство центра прогресса, где дети смогут заниматься совершенно бесплатно. Кроме того, в 2025 году по линии Министерства по физической культуре и спорту запланировано строительство и физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Кирпичный. Также сейчас идет реконструкция всеми любимого стадиона «Труд», где первым этапом уже завершено строительство теннисных кортов.